Сергей Геннадьевич, добрый день. Для вас видео стряпы. Все как договорились, все делаю как надо, все получается. То есть я, конечно, зарекался, что да, я был, делал не один раз, что я не делаю ничего под заказ индивидуального, но вы человек уже такой бывалый, то есть вам уже лет больше, чем мне, и намного, и прямо так. То есть вы видали видов, поэтому таким людям у меня особое уважение. Вы знаете, что хорошо, что плохо. Вы можете это даже на взгляд просто определить. Не говорю уже там про что какие-то там нюансы. Вот, как вы просили, укоротить клин. Укоротить, то есть я вот сделал подложку. Подложку такую типа резины, такой искусственной. Чтобы было и плотно, и мягковато. Только после этого я уже решился отпилить. Иначе бы пошли бы сколы со острия. Острие очень тонкое. И вот, то есть, все получилось хорошо. Так же, как и договаривались, сделал намек. Не вот прям французский, но головку вот эту. А намек на французскую головку. Вот. Тут фасочки. Полировка. Полировка. Имеет, она зеркальная и имеет такую легкую-легкую матовость. Вот. С фасочками. Все тонко, звонко, крепко. Все будет хорошо. Так, теперь приступаю, как и договорились, к изготовлению оправы. У меня сегодня день такой направленный, то есть я в основном буду заниматься только вашей бритвой. Если вдруг останется время, я буду заниматься чем-то еще. У меня тут всегда найдутся дела, их всегда очень много, ну, вот так вот. Все. Если что-то сегодня получится, а я надеюсь, что так и будет, то я покажу вам второе видео, к этому видео приклею. То есть, что у нас в итоге получается. Пока что все. Так. Номер два видео. Нарисовал я оправу. Вот так она должна выглядеть вот в закрытом состоянии, в собранном, когда уже будет. Ну, конечно, оправа еще поменяет свои тут эти формы как бы во время обработки еще не раз. Но, в общем, примерно так будет. Вот так она будет выглядеть внутри. Почему решил сделать заднюю вот такую вот, не знаю, как назвать ее, штуковину? Потому что оправа смотрится какая-то микропалочка китайская, когда прямая, а все короткое, все маленькое, поэтому как бы хотелось что-то сделать, чтобы то есть изделие как-то полноценно выглядело. И она не будет большой, она не будет громоздкой или там мешаться как-то еще. Вот. Должно выглядеть симпатично, в принципе. Продолжаю дальше. Я вот что подумал. Видео назову, пожалуй, что старшее поколение выбирает практичность. А? Звучит? Что главное, сходится с тем, что на самом деле. Вот такие вот заготовочки я слепил. G10, как и договаривались, голубенькая G10. Внутри, это я для себя обозначаю, где внутренняя сторона, чтобы не ошибаться. Ну, как бы доп. Информацию ее увидит только тот, кто будет приглядываться сильно прям. G10 материал, 2019 год. Ну и для себя метки, что это внутренние части. Вот, сейчас буду клинышек подбирать. Что-то собирать, подгонять. В общем, тут, ну, это вот, кстати, самое такое нудное и долгое занятие. Ну ничего, нормально все. И мы как-то не договаривались по поводу заточки. Я думаю, будет неправильным оставить бритву не заточенной. Потому что я не знаю, как у вас с этим делом обстоит. Даже, наверное, даже созваниваться с вами не буду, а просто сделаю вам заточку. Сделаю все как надо, в общем, будет. Дальше производим. Вот так вот оправка готова. Все это так вот выглядит теперь в готовом состоянии. Клепочки полирнул. Единственное, что только осталось мне сейчас заточить. Я подожду. Как говорил один сатирик, я подожду, когда эта резкость появится. Вот.
То есть все как задумано было первоначально. Все у меня так и получилось. Я именно так задумывал, чтобы все это получилось так вот именно. Все четко. То есть она не дальше уже ни на десятку миллиметра даже не продвинется. Тут все хорошо, хотя все рядом. Вот. Тут ровно. То есть горизонт выдержан. Как-то так. Да, все по центру. Как показать, что по центру, не знаю. В общем, по центру. Клинышек сзади вот черный. Он просто больше всего подходил. Именно сюда. Ну и по цветовой гамме как бы все нормально. Ну я вот так вот. Кстати, сейчас вот был звонок. Минут 15 или 20 назад. Тоже по поводу изготовления. Говорит, сделайте говорит, мне там 2 или 3 бритвы, по-моему. 2, да, 2. А, под заказ, как бы так вот. Почему, опять же, я не берусь? Потому что я вот собирался делать даже вот здесь от этого правую, допустим. И я не знал, какая она получится. Я делаю именно так вот. То есть, вот сегодня, если я производил эту оправу, она получилась вот такой. Если бы я, например, в другой день производил эту оправу, она получилась бы совершенно другой. Совершенно бы другой. И, например, сегодня это прямо заходит лезвие, а другой день могло бы даже не прямо заходить. Вот так вот. То есть я работаю, как говорится, отталкиваюсь от порыва души, а не вот от какого-то шаблона. Поэтому я не люблю браться за какие-то там варианты. У меня было предложение недавно сделать 7 штук с недельку. Блин. Нет, заманчиво, если так, да, по деньгам. То есть посмотреть заманчиво предложение, но я отказался, потому что нужно будет делать только так и больше никак. То есть как вот это интересно заказчику. А у меня всегда расхождение. То есть я во время работы отруливаю всегда. На каждом прям практически шаге отруливаю. И вот, например, вот сегодня день, допустим, вот создан, чтобы я сделал там вогнутость одну, вторую, и шикардос, чтобы прям вот тончайшую выгнать. А на другой день я способен, например, только сделать клин. Ну, никак не вогнутость. А под заказ это придется и производить именно то, что заказали. И меня постоянно это давит. В итоге ничего хорошего не выходит. Вот поэтому. То есть, отказываюсь от денег, отказываюсь от заказов таких вот. Только по этой причине, что я работаю от вдохновения, а не от шаблона. Ну что ж. Сейчас займу заточкой, заточу. Не знаю, показывать, не показывать. Может, покажу. Ну, видно будет. То есть, опять же, покажет время. И пойду тут заниматься делами. У меня тут по мастерской тут полно забот. Где-то снег накатил. Резко таять начал. Давит прям реально на стенку. Тут надо будет убирать сейчас. Там место освобождать. Мне 2 станка надо. Я так до сих пор это... Все никак. У меня с вырезкой, с плоским шлифованием. Все никак. Там деньжищ надо 1 000 000. Поэтому рвусь пока, рвусь, мечусь. Что-то пытаюсь сделать. Вот. Да. Кстати, не показал. Видео не совсем для вас уже получается, в принципе. Это новые деревяшки. Тот же клен. Кап клена стабилизированный. Черный. Еще такой вот. Сиреневый, фиолетовый, сиреневый. Вот. Но это только на короткие варианты. Вот, к примеру, даже такие. Ну-ка. Ой, нет, не влезет. Даже в такой вариант не влезет. Объясняю, почему. Все так происходит. Эти заготовки я покупаю в магазинах для ножевщиков. У них там все четко, стандартно. Если они отрезали вот такой вот, они решили, что вот такой вот у них размер, это самый оптимальный, они вот так ее прямо четко режут. Я говорю, сделать отрезание подлиннее. Нет, не будем, и все, до свидания. Если возьмешь там 200, может быть, так и нарежем, а если не возьмешь. Просто как я возьму 200, если вот эта штуковина стоит что-то там где-то, не помню, что-то. Что-то в районе 1000. Вот. Плюс из нее браковки гора будет. Пока я буду ее распиливать, я буду выкидывать пластинами прямо одну с другой. Поэтому так вот. Ладно, что-то я не в тему поехал. Так, все, иду затачивать. Ну вот, все. Последняя серия.
данного фильма. Передаваем полностью готовая бритовка. Надеюсь, вот этот мой заскок вас не расстроит, как бы вот так вот. Вот. Бритовку заточил. Вот. Заточил так, чтобы она была шустрой. Волос она, смотря как поднесешь, если поднесешь более перпендикулярно, она его резво рубит. Если поднесешь под углом, то есть не так вот, а вот так, то она его резво распускает. Я знаю, что уже брали у меня ранее одну бритовку из Шахапят отстали, оценили, сравнили с своими уже имеющимися бритовками. Кстати, очень даже неплохими вариантами, правда импортными, но именитыми, я хотел бы сказать. Да, то есть оценили качество моих бритв в сравнении с именитыми. Как же показать, что она ровная? На видео не получается как-то. В общем, так вот. Все готово. Все получилось отлично. Все-таки состояние души большое значение имеет в этом деле. Если я сегодня прям с душой работал, мне прям душа рвалась это сделать. Мне прямо очень хотелось это все сделать, поэтому у меня очень все хорошо получилось. Ну что ж, буду очень рад, что вы оцените и эту дамасскую сталь, которую все привыкли называть небритвенной полочным вариантом. Но это те, кто не мог себе позволить. Вот, а вы уже оценили ШХ-15, вам, я думаю, вот это будет поинтереснее вариант. Хотя тот тоже очень неплох, очень даже неплох, но этот вариант все равно на шаг, а то и на два будет выше по ощущениям, по вообще в работе просто. Доброго вам пользования. Все. Пойду заниматься прочими делами. А на этом все. Я знаю, что вы не будете писать в комментариях, но мне это не важно. Мне важно, чтобы все было как надо, как мы договорились. Созвонимся. До свидания.